Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Ну что же, и сегодня я прямиком направляюсь, ребята, знаете на кого? На Мельника, да, конечно же, пора с ним уже завязывать, наверное. В любом случае, надо постараться его завалить сегодня. Так, кого бы нам взять? Давайте, наверное... по идее, нам нужна еще одна хилочка. Полюбаську. Без нее нам будет очень тяжело. Так, блин. Нужен ли нам дрессировщик, а, ребят? Я вот сейчас думаю. Слишком много у меня вояк и очень мало хила. Так дело не пойдет. Мельник, как мы помним, он очень злобный чувачок, поэтому будет разбирать там. Давайте, наверное, мы вот так вот с вами сделаем. Будет два вояки и две хилки. Думаю, что самое то. Так, ну что ж, давайте набирать. Возьмем, пожалуй-ка мы. Так, ну это по-любому, ребята, кровь нужна. Потому что у нас одна хилочка, как видите, имеет безумие. Так, настойка опия. Давайте возьмем. Так, возьмем также противоядие. Бинты. Все это, ребята, нам пригодится. Так, пища. Надо пищу обязательно взять. Я не знаю, будет ли у нас там привал, ребят, или не будет. Но на всякий случай. Так, и вроде бы, хотя целебные травы тоже, наверное, не помешают нам. Все, наверное, ребята. Так, пыль осколков, это нам не нужно. Да, я думаю, что этого достаточно. Так, ключи, ключи, нет, не будем ничего этого брать. Итак, у нас денег маловато, нужно, как говорится, поэкономнее быть. Ну что же, крестьянский двор. Мельник все еще командует своими работниками. Возможно, если одолеть его, то угроза исчезнет. Слушайте, я уже давно на него зуб точу, ребята. Все никак у меня не получалось, не получалось. Ну, я думаю, что на этот раз... Вау, кровь, может, здесь найдется хотя бы капелька. Блин, придется, ребята, тратить. Ух, так, ну что же. Первые олухи уже вышли. Сразу скажу, давненько не играл, все позабыл, будем потихоньку вспоминать. Так, осуждение. У нас молния, по-моему, это все-таки осуждение, да, идет. Так, ну-ка. Хотя там восстановить ОЗ. Так, это у нас лечение группы. Нет, по-моему, все-таки осуждение, ребята. Ну-ка, проверим. Давайте-ка вот так. Отлично, да, это она. Угу. И сразу же мы еще и подхиливаемся. Так, ну что ж, давайте рубить с плеча, сечка. Так, понеслась. Ох, шикарно. Все лепестки опали, и розы больше нет. Это точно. Так, ну что, мы продолжаем молнией бомбить. Отлично. Ну, первые враги самые простенькие, ребята, у нас. Поэтому тут, как говорится, бояться нечего. Дальше будет, конечно, все пожестче. Так, вот самое главное, ребята, не ловить стресс. Потому что я в основном проигрываю из-за того, что накапливаю очень много стресса. И намельники, естественно, у меня начинают, ребята, потихоньку сдаваться. Так, замечательно. Так, ну что, раб, батрак, пора помирать. Так, отличненько. Ну, где там следующий враг? Что-то я не вижу. Не появляется никто, ребят. Хорошо, так, у нас что тут? Минус 10 получаем увеличение и плюс 10 урон от стресса. Зашибись. Все против нас. Так, подождите, нам надо не сбегать. Как же нам это? Давайте-ка вот так вот сделаем. О, новенькие. Эти твари порождения кошмара безумца. Пошевелить кочергой. Так, парирование он повесил на батрака. Ну, а мы, ребят, в свое время будем, наверное, бомбить молнией его, да? Так, на 9. Это хорошо. Так, никаких посторонних. Оу! Так, соблазн усиливается. Ну, а мы потихоньку будем бомбить батраков, ребятушки. Давайте. Опачки! Вот это, да, вот это он уклонился. Вечный труд. Да ладно тебе, с мотыгой он там еще бегает. Так, ну что, я думаю, ребята, нам нужно снять кровотечение для начала.
и прожарить молнии. Замечательно. Заодно будем хилиться потихоньку. Блин, уже, кстати, на одной из хилки, ребята, очень много стресса висит. Так, ну что же, давайте рубить с плеча. Сечка понеслась. Так, я не знаю. Ну давайте, ребята, похиляем. Похиляем. Оу, критический хил на 18 вышел. Отличненько. Так, молнией бомбим. Так, на 4 маловато, конечно, вышло. Давай-ка прожарим. Есть. Минус один батрак. Ха-ха, ты достанешься духом. Опять никаких посторонних. Блин, да что ж он попадает-то все время, а? Ой-ой-ой, у меня у хилочки-то мало здоровья, ребят. Надо быть поаккуратней. Так, посадка семян. Блин, вот это вот фигово, ребят. Это стресс. Это стресс, когда они так делают. Нагнетает страху. Ну-ка, сечку. Блин, не сдохли, гады? Ты посмотри. Так, ну что ты там, кочергой все шевелишь. Парирование, ребят, когда он шевелит кочергой, он вешает на батрака парирование. Это тоже не есть хорошо. Так, что сейчас, вечный тур. Оу, крит урон на 11 звезданул. Блин, и стресс. И стресс вешает. Блин, надо вот этого гада, ребята, нам старший работник уничтожить в первую очередь. А он все не угомонится никак. Вау, наконец-то мы его утихомирили. Ну что, два батрака у нас здесь осталось, ребят. Я думаю, что мы с ними... Блин, вот ненавижу, когда они делают посадку семян, ребят. Это автоматически идет стресс. Ну-ка. Черт, одного только. Ну ладно, этого сейчас тоже добьем. Так, у нас, ребята, здесь будут три фазы. Три фазы. Это у нас первая. Опять кочергу шевелит. Так, полжизни за красную жидкость. И стресс пошел, а. Ай-яй-яй. Ну-ка, на 5. Крит урон. Ну, на 10 подхилились. Ну, правда, нам это ни к чему сейчас. Так, уничтожаем. Крит урон. Ха-ха, ты достанешься духом. Естественно. Так, ну что-то там, много рук. Воу. Усиление сделали, да, на батрака. И посадка семян. Ну неужели уклонилась? Молодец. Так, давайте-ка дальше молнией прошивать. Уклонение. Ты посмотри на него. Так, мимо. Хрен там мимо, ребята. Попал. И стресс у нас, ребята, копится. Так, ну что, делаем сечку. Сечка, это, ребята, хорошо. Мы сразу пробиваем несколько врагов. Так, давайте, наверное, молнию все-таки бомбить. Нам заднего гада по любасику нужно как можно скорее уничтожить, потому что иначе... Ох ты! Стресса-то сколько наловили, блин. Так, на 4 всего лишь, а? Отхил пошел. Ты посмотри на этого старшего работника. Еще и кровотечение повесили на нас. Ё-моё. Молодец, хилка увернулась. Хоть где-то нам повезло. Так, ребят, давайте забинтуемся, снимем с себя всю эту хрень. Так, отличненько, и теперь уже жарим. Слушайте, что-то у нас одинаково все, на 28 крит идет. Так, сечка. Да, ребята, надо делать ее. Так, 7-10, отличненько. Так, еще один батрак появился. Ну, в принципе, здесь недолго осталось. Скоро уже первая фаза подойдет к концу. Я думаю, что вот эти вот ребята уже даже будут последними у нас. Ё-моё, крит урон на 9. Оу, тихо, надо хилять обязательно. Слушайте, так дело не пойдет, всего лишь на 9. Никаких посторонних, опять, но здесь хоть уклонились мы. Это хорошо. Так, давайте дальше хилять. Всего лишь на 4, ё-моё. Так, посадка семян на 5. Смотрите, они хотят нас задавить стрессом, ребята. Еще и отравили при этом. Хорошо, этого, наверное. Да, мы снесли. Так, остается их трое. Давайте снимем яд с себя. И вот это вот говнюка. Давайте вот так вот, ребята. Рубец попробуем сделать. Так, ну что, я думаю, что ему... Она сейчас будет. Так, хиляемся. Воу,
на 18. Вот это я понимаю. Отхилились. Блин, вот этот кристалл нужно уничтожать и как можно быстрее. Если он сейчас рванет, мои все ребята получат колоссальный урон. А нам это не нужно. Да что такое? Когда я-то буду ходить? Эй! Офигеть, стресс ловим. Так, давай хильнемся. И, наверное, сейчас будем уже бомбить. Так, кристалл уничтожаем. Слушайте, ну ровно идет, да, ребята? Крит, дамаг на 28. Так, сечка понеслась. О, уклонение, ё-моё. Да ладно, еще одного батрака вызвали. Что-то не то, ребят, здесь. Что-то не гладко. Так, парирование повесил. Давайте, наверное, молнией пробьем. Готов. Шикарненько. Так, много рук. Но этот батрак, ребята, не жалеет, это однозначно. Так, подожди, подожди. Не... Какой, блин, уже запутался, ребят. Вместо молнии отхиливаю. Размолоть зерно. Вот это, кстати, самый дурацкий удар, вот это вот, размолоть зерно. Так, подожди-ка, вот это надо нам снимать, чтобы стресс не копился. Святая вода. Давайте применим усиление. И будем уже так разбирать их. Так, не достаю, значит, вот это. Во, отлично. Блин, уклонение, да как так-то? Как он мог увернуться, гаденыш? Оу, на нас яд, ребята, висит. Снимаем обязательно. Так, пробьем, не пробьем. Пробили, но мало. Опять кристалл этот появился. Так, на 7, ну ладно, это еще терпимо. У нас метки, блин, на этих, на хилках висит. Иди сюда, жертва. Еще и построение поменяли, ё-моё. Так, ну что, хиляем всех. О, вот это хорошо сейчас похилялись. Уклонились, наконец-то никакого молоть зерно. Так, давай, Петифан. Ладно, сгодится. Так, уничтожаем. Теперь никакого взрыва не будет. Да, ребят, вот это, скорее всего, уже точно последний. Тут у нас батрак, старший работник. Сейчас мы их всех подчикаем и перейдем уже на фазу 2. Да, уже кристалл, ребята, появился. Даже, возможно, мы не успеем здесь с ними повоевать. Нас могут сейчас в любую секунду перекинуть. Ну, в принципе, как я и говорил. Ох, так, что это у нас такое? Здесь, кажется, безопасно до поры до времени. Так, ну-ка давай-ка, сколько осколков нам дадут? 5. Блин, этого мало, ребята, очень мало. Ну что, делать нам здесь больше нечего. Давайте, наверное, восстановим себе маленько здоровье. Еда, я думаю, нам здесь не пригодится. Так, ну что, вперед и с песней. Фаза 2. Цвета превращаются великолепно. Так, а кто у нас здесь? Оу! Ё-моё, стресса-то сколько ловим. Ладно, давайте по-быстренькому разбираться. Это у нас фаза 2. Потом фаза 3 и будет сам мельник. Я боюсь, ребята, что мы с вами нахватаем стресса целую кучу. И мне придется отступить, как всегда. О, неплохо. Так, давай-ка еще разок. Добили мы этого мелкого хмыря. Замечательно. Ох, тихо. Фух, повезло нам. Обычно, ребят, если он пробивает этим копьем, то жарит не по-детски. Так, давай-ка попробуем кровотечение повесим, нет? Повесили, замечательно. Так, шар и цепь, успокойся. По хилке бомбит, а? Ты посмотри, семена безумия. Ой-ой-ой, семена безумия сзади, ребята. Это плохо, давайте попробуем. Отлично. Кристалл уничтожен. Просто если его оставить, он потом взрывается и очень много урона наносит всем персонажам моим. Причем там, по-моему, еще и даже стресс начинает капать. А мне это нафиг не нужно. Вот так вот, ребята, отвоевываем крестьянский двор. То есть свое поместье, блин. Так, быстрый отход. Ну давай, отходи, отходи. Зачем он это делает, я правда не понимаю. Так, сечка. О, сразу двоих, замечательно. По семерочке там. Так, а ты-то еще откуда? Червяк появился, я что-то не понял.
Тебя сюда не звали. Да, ребята, держимся до последнего. Сживание. Так, я уже не помню, ребята, не эта ли хрень плюется у нас кислотой, не червяк ли? Так, минус кабан. Давайте-ка, наверное, молнии заднего бомбить. Нам нужно этого чувачка убить как можно быстрее, потому что если он тут раздухарится... Воу, свиное копье. Е, ты смотри, ребята, мы уже второй раз уворачиваемся. Это везуха. Обычно он пробивает и довольно неплохо. Опять семена безумия появились у нас. Я бог крови. Конечно, ты бог крови. Есть. Уничтожили. Ну что, давайте добивать червя, наверное, мы будем, да? На 6. Главное потихонечку, ребята, нам снимать с себя стресс. А стресс у нас снимается за удачные удары, за помощь друг другу. В общем, тут много, конечно. Ну, да ё-моё. Хорошо, хоть сопротивление яду у него действует. Так, быстрый отход, опять он отходит. Для того, чтобы сделать свое свиное копье. Так, паучок появился. Ладно, давайте, ребята, бомбить. Так, ну что, свинорылу этому осталось совсем немножко жить. Буквально пару ударов, я думаю, что он будет готовченко. Так, ну-ка, давай-ка не достаем. Но зато, как говорится, червя уничтожили. Так, давайте-ка попробуем пробить магией. Минус 5. Так, у него осталось очень мало здоровья, ребята. Паучок минус. Так, сколько? 5 ОЗ. Оу, пробил. Пробил все-таки. Так, давайте, может быть, вот это уничтожим. Отлично. Ну и добиваем уже этого семенорыла. Я думаю, что этого хватит. Хотя, знаете что, давайте мы, наверное, похиляемся. Так, отлично. Что он там? Удар наотмашь. Воу. Сопротивление. То есть оглушить он не смог. Хе-хе. Накрыли. Так, ребят, ну что, совсем немножко нам осталось, чтобы перейти на вторую фазу. Точнее, на третью уже даже. Эти твари порождения кошмара безумца. Так, оу, вот этот, кстати, чудик с барабанами. Его нужно в первую очередь уничтожить, потому что он, ребята, вот, барабаны рока. Хорошо, что мы уклонились. Обычно он стресс нагнетает. Так, надо его чикать. На 13 солидно бомбанули. Ну-ка, давайте-ка, может, добьем все-таки его. Нет. Одно ОЗ у него осталось, ё-моё. Так, эти черви поганые уже достали, если честно. Ну давай, еще каждая попади по мне, а. Еще и траванули. Так, лечимся, ребята, и бомбим. Так, давай-ка вот так сделаем. Повесили. Кровоизлияние повесили. Так, сечка. 6.11, неплохо. О да, испытайте на себе силу. Естественно, испытают. Барабаны рока. Блин, надо было, ребята, нам... А, хотя он промахнулся, отлично. Сживание. Да что ж такое, раньше они все время промахивались по мне. И опять траванули, а? Хорош. Да, надо опять снимать яд, ребят. Ну что, бомбим? Крит на 28 прошел, как всегда, отлично. Плюс немножко себя стресса сняли. Давай-ка мы вот этого уничтожим. Ну что, остался один червяк. Скорее всего, ребят, сейчас появится у нас кристалл. И нас перекинут на третью фазу. Семена безумия. Оу, 3 штуки. Надо бомбить. Минус. Успеем, нет? Сейчас чувствую, что кто-то что-то рванет. Хотя вряд ли уже, никто не успеет. Ну, давай, сечка. Шикарно. Так что, блин, я ничего не могу сделать, ребята. Нифига, за то, что я пропускаю ход, на меня... Подожди-ка, не понял. На меня капает стресс. Представляете?
Так, ну что, кому нам надо подкрепиться? Ну давайте, дикарка, покушай. Восстанови себе полностью здоровье. Замечательно. Ну все, ребят, здесь у нас ничего нету. Все, поехали дальше. Фаза 3. Так, это у нас батраки. Ну что, понеслась, родная моя. На 4. Слабовато, конечно, бомбанули. Так, давай, наверное, добьем. Минус кристалл. 3 батрака. Сечки, естественно, ребята. Ох, 2 критом. Вот это хорошо. Вот о чем я вам говорил, ребята. Когда вот критуем или еще что-то такого делаем, у нас потихоньку стресс спадает. Так, этот кристалл нужно, ребята, уничтожить. Хотя и похиляться нам тоже нужно. Ну что, вроде бы как нормуль. Давай еще разочек. Так, теперь уничтожаем этот кристалл. Хе-хе. Да что такое-то? Опять враг не успевает появляться, ребят. И ход просто так зря терять тоже неохота. Эх, придется пропускать. Блин, другого варианта нету, ё-моё. Черт, и стресс сразу же капает, а? Батрак, кристалл и лошадь. Вы помните, да, ребята, эта лошадь у нас встает на дыбы. Потом уходит в инвиз. То есть, так, звериный вопль. Стресс. Стресс пошел. Искривление реальности. Да ты что будешь делать? А ты посмотри, они стресс на, именно на хилок нагоняют. Так, эту лошадку нужно уничтожить. И как можно быстрее, пока она видима. Так, кристалл, кристалл. А что так мало-то бомбанули? Всего на 3. Странно. Так, давай косечку сделаем. Е, кристалл минус. Батрак еще живет. Но это недолго. Так, подняться на дыбы. Сопротивление у нас. Я бог крови. Блин, промахнулась ты, бог крови. Давай батрака, он, наверное, уничтожим. А что такое, я не помню. А, ну да-да-да. У нас кровотечение вешается только на 2-го врага. На 1-го не можем. Так, давай косичку. На 9 всего лишь. Так, 2-я лошадь прибыла. Ну что? Стресс? Ну, естественно, стресс, ребята. Так, вспахать почву. Вот это хреново, ребята. Это, по-моему, в инвиз, да. Вспахать почву, это уходит в тень она. Ты хорош, хилка, успокойся. Уже начинает своих бомбить. То есть впадает в безумие, получается. Так, ну что, я эту... Да, эту лошадь я не смогу, ребята, задеть. Давайте тогда хоть что-нибудь делать с вами. Так. Не пробьем. 2 кристалла. Мой пульс замедляется. Твой пульс нормуль, все. Веслка, ты не волнуйся, главное. Так, топот. Ну ладно, хорошо. Пробило, но не так много, ребята. Как-то неудачно у нас, да? Расположение получилось. Так, давай-ка, наверное, вот так бомбанем. 13, отлично. Да что за фигня-то? Че одни лошади-то, ребят? Меня это не устраивает. Еще на дыбы встают. Так, вспахать почву. Опять в инвиз уходит. Ай-яй-яй. Так, давайте, наверное... Нет, можно было бы, ребят, конечно, и массовый хил сделать. Но зачем он? Мне в данный момент не нужен. Давай-ка попробуем, наверное, ослепить. Получится, нет? Ни хрена сопротивление, ребят, у нее. У этой лошадки. Блин, еще и уклонилась. Что за дела-то? Я не понял, а? Семена безумия. Так, ну давай уничтожим.
Да ладно, смотри-ка. Кристалл безумия выжил. Что такое? Ага. Блин, ну как всегда, ребята, а? Построение нам поменяли. Надо теперь обратно их всех восстановить. Ладно, хорошо. Раз ты так напрашиваешься, ладно, будет по-твоему. Так, меняемся. Взрыв, черт подери. Проворонило, ребята, ужас. Вот это плохо. А ужас, это, ребята, стресс будет идти. Поэтому нужно будет снимать его. Ёпрсоте, а. Так, проходим проверку. Сосредоточенность, вот это хорошо. Это очень хорошо. Так, надо снимать. Однозначно, ребята, нужно нам эти... снимать страх этот. Отличненько. Усилимся. Попытка не пытка. Блин! Ть, на единичку похиляло всех. Ладно, ничего страшного. На минус 10. Кровотечение повесили, замечательно. Так, молния, подожди, давайте снимем страх вначале. И бомбим. Блин, ну как же так, а? Уклонилась лошадка поганая. Хорош свои семена тут разбрызгивать. Вечный труд. Отлично, промахнулся. Давайте-ка, наверное, поменяем расположение. Все, вот так меня вполне устраивает. Что он там делает? На дыбы встает, да? Оу, крит на 14 звездануло. Так, дикарочка, ты у меня жива, жива. Я вот не знаю, что мне делать. Или хиляться, или бомбить. Слушайте, нет, давайте лучше ударим. Нам нужно добить эту лошадь. Но, как видите, ничего у нас не получилось. Так, снимаем страх. Усиляемся. И теперь уже... Да, хотел сказать, добиваем, блин. Ну, хилка, отлично, молодец. Так, минус лошадь. Ребята, два батрака, я думаю, что это последние у нас чувачки. Потом мы уже пойдем к мельнику непосредственно. Да хорош ты со своими семенами, а. Так, давайте-ка снимем тоже страх здесь. Все, все пацаны у нас чистые. Без всяких противных плохих статов. Посадка семян достала, а ты посмотри, а. И главное, все в одну, ребята, у которой больше всего стресса. Так, на решимость и эгоцентризм. Это плохо, ребята. Это очень плохо. Ну что же, придется нам бомбить. Минус кристалл. Так, давай-ка. Ага, она сама себя похиляла. Понятно, пропустила ход, соответственно. Ну-ка, достаю. Отлично. Ну что, два батрака осталось. Минус один. И последний. А, ребята, вот и кристалл. Все, он нас отправляет. Здесь, кажется, безопасно до поры до времени. Так, ну-ка, давай-ка, кушай. А, это у нас сундук. Я думал, что это, знаете, стол. Блин, ну что, давайте, наверное, потратим последнюю еду и отправляемся, ребята, к мельнику. Наконец-то твердая земля под ногами. Так, хорошо, ребята, давайте приступать. Нам нужно как можно больше нанести ему урона, потому что он сейчас будет призывать своих приспешников, вот этих всяких батраков и так далее и тому подобное. Так, замечательно. У него 143 хп было. Уже 130 осталось. Так, давай-ка. Сечка. Ох, крит на 14. Это хорошо. Так, жатва. Ой-ой-ой, а вот это плохо. Пепел к пеплу. Так, интересно, а мы можем на него повесить? Нет, ребята, у него сопротивление кровотечению. Начинает призывать, да? Пошло, поехало, как говорится. Размолоть зерно, промахнись. Нет, не промахивается. Оу, сколько у дикарки мало здоровья, ребята. А он все призывает и призывает. Так, нужно хиляться в любом случае, ребята. О, крит на 18, замечательно. Вот это хорошо.
Хин... Так, пугающее откровение попадает. Ужас вешает, а? Так, а это... Это, ребята, Таунт. Он повесил Таунта на вот этого зомбаря, на батрака. По-моему, так. Я сейчас пробить никого не смогу, ребята. Мне нужно уничтожать именно его. Дай мне убить его, орет. Да ради бога, получится ли у тебя? Вот в чем вопрос. Я в этом сомневаюсь. Ну, видите, нифигашечки. Лучше бы она похиляла бы кого-нибудь. Так, сечка. Отлично. Так, ой, жатва опять. Да ты достал уже, а. Вот это вот массовый урон, ребята, это хуже не придумаешь. Так, этот еще зерно тут молит. Так, уклонение у нас получилось. Так, давайте-ка мы этого уничтожим. Ну, зов повелителя в плане. Что он там призвал? Кристалл. Этот кристалл, а он... Да я думаю, что мы перебьемся пока, ребят. Так, давай, наверное, еще похиляемся маленько. Нам нужно, ребята, потому что если танки у меня упадут, все. Хилкам здесь конец. Искривление реальности. Хе-хе! Промахнулся. А мы давайте-ка, ребята, в ответочку. Так, я думаю, что сечка отлично. Попали, главное, что... Так, давай-ка пробьем. Крит на 12. Неплохо, я вам скажу. Очень даже хорошо. Так, давайте-ка, наверное... Страх, страх... А, страх-то не у этой, ребята. Хотя, по-моему, усиление, да. Нормуль. Так, прожигаем. Ёпарасоте, уклонился, а. Сбор урожая. Так, сбор урожая, ребята, он себя хилит этим ударом. Отлично, кристалл минус. Но он себя хилит. Да опять ты со своей жатвой достал ты уже. Ребят, я не успеваю отхилиться. Еще и стресс. Давай-ка попробуем, наверное, сечкой пробьем. Пробиваем, ребят, так. Под усилением. Рискнем. Была не была. По десяточке. Я думаю, что это неплохо. Так, а что он стресс-то ловит? С чего вдруг? Эй! Так, усилились. И давай, наверное, вот так вот сделаем. Воу, на двадцатку. Вот это я понимаю, хильнула. Ты достал, ты смотри. Вы представляете, если бы я сейчас не похилялся, ребята? У меня бы сейчас просто упали бы все. И стрессняк пошел. Блин. На 5. Ну это вообще никчемно. Так, зов повелителя опять вызывает кристалл, да? А, нет. Пугало призвал. Пугающее откровение. Ну, естественно, вешает ужас. 11. Слушайте, ребята, мы валим этого мельника. Он, бац, делает сбор урожая и, соответственно, себя отхиливает этим самым. Поэтому я думаю, что нам нужно как можно быстрее наносить ему мощные удары, чтобы... Ёпарасоте. Фух. Фартануло нам сейчас только что. Зато это со своим зерном, блин. Так, давайте попробуем. Да. Одна хилка, ребята, у меня нормуль хилит, а другая, к сожалению, вообще хреново. А, так. Ну что же, давайте бомбить. Так, погоди-ка. Слушайте, ну я не знаю, кровотечение вешается, нет? Ну, по-моему, нет. Это бесполезно. Так, мод крит 5%, а тут не знаю, что лучше взять. Мод крит 1%. Стечение кровью. Ну давайте попробуем, наверное, вот этот удар. Ага, на 13. Так, сечка пошла. Ох, как хорошо, ребята. Вот сейчас вот было замечательно просто. И пугало, как говорится, заодно уничтожить. Так, опять вызывает кристалл, да? А, нет. Слушайте, зов повелителя, я думал, что он вызывает чисто кристалл. Нет. Он может вызвать любого себе врага. Так, отлично, хильнулись. То есть и батрака, и пугало, и кристаллы. Не имеет значения. Еще. Что-то у нас как-то идет все опять же ровненько. Так, дыхание зимы. Делает он из батрака таунта. Ну, типа ледяную глыбу. Которую нам в любом случае нужно бомбить. Смотрим. Да.
Что бы я ни делал, все равно мои все атаки переходят на это пугало. Так, уклонились, замечательно. Так, сечка. А вот сечка как раз попадает, независимо от того, берет он урон или нет. Давайте-ка, наверное, маленечко с вами похиляемся на всякий случай. Кто его знает, что у нас там еще поджидать будет. Но здоровье у него... Так, жатва. Ах, больно как. Слушайте, ну у него совсем мало здоровья. Если мы сейчас поднапряг... Ай, совсем забыл. Совсем забыл. Хиляемся тогда. Так, зов опять призывает кого-то. Кто на этот раз? Кристалл. Пустые причитания. Попал все-таки, гад. Так, ну что, я думаю, ребята, надо усилиться и сделать удар сечка. Черт, таунт этот достал, если честно. Ох, страстняк, мы ловим с вами. Слушайте, я думаю, сейчас этот чувачок сделает опять сбор урожая. Вот предчувствую просто-напросто. Так, давайте попробуем бомбануть. Добили. Так, ну теперь нам ничто и никто не мешает бомбить сбор урожая. Смотрите, и восстанавливает себе. Нифига он восстанавливает здоровье себе. Оу. Слушайте, ребята, нам такими темпами его разбирать тогда придется вечность. Надо обязательно его прожимать. Потому что он, как видите, прикрывается еще за мобами, которых он призывает. И пока мы их не разберем, мы ему ничего не сделаем. Что он там делает опять? Так, пугало вызвал. Да ёпрасете, ужас повесил. На крыльях ночи, да? Так, ну-ка давай-ка. Уклонение, блин. Сечка, поехали. Ух, минус кристалл. Так, это все молит свое зерно, блин. Так, давай хиляться, наверное, ребят, потому что далеко так не уйдем. Во, крит на 16. Она довольно неплохо хилит у меня, эта хилочка. Так, опять жатва. Ты достал, блин, уже, а? Со своей жатвой. И со своим стрессом тоже заколебал. Ну что, дикарка, давай бомбанем, пропишем. Давай-ка вот так вот попробуем. Нет, лучше вот эти вот. Сколько? Сколько мы нанесем интересного урона, ребята? Так, 86%. Промах. Ребята, 86% было к попаданию, и у нас промах. Но он тоже промахнулся со своей жатвой. То есть, грубо говоря, ничья. Ё-просто, да что за фигня такая? Ну-ка, сечка, не подведи меня. Так, 6 и 9. Отлично. Пугало сейчас уже у нас отдуплится. Так, может быть, похиляться, я не знаю. Давайте массово. Так, на 4, по всем. Это хорошо, ребята. Так, давайте пугало уничтожим. Замечательно. Так, и опять жатву делает. Слушайте, слишком часто он как-то делает ее, нафиг, вы не заметили? Ну-ка, на сколько? Ох, на 22. Ууу, я чувствую победу, ребята, уже вот прям пахнет. Так, сбор урожая, опять хиляется, гад. Так, ну на этот раз он не так много себе восстановил здоровья. Давайте-ка пробьем. Уклонился чмошник, а. Блин, не может быть, ребята, чтобы мы... Зов повелителя. Ладно, пускай призывает. Так, батрака тем более. Нам нужно хиляться. На 4. Слава, ну, хоть что-то, чем чего. Дыхание зимы. Опять он делает из этого батрака таунта. Так, давай-ка хильнемся. На 5. Слабо. Так, ну что, теперь в любом случае придется этого чувачка валить. Так, что он там делает? Пустые причитания? Ну, промахнулся. Сечка, отлично. Блин, не пробили еще. Так, я не знаю, ну давайте попробуем пробить. Есть. Все, теперь вот пока он открыт, нужно как можно больше наносить ему, ребята, дамага. Поэтому приступаем. Ай, опять прикрывается. Ты посмотри на него, а. Так, ну-ка, сечка. Ха-ха, вот это было круто, ребята.
что там? Опять зов повелителя. Ты достал прятаться за своих этих хмырей всяких. Так. Бля, опять страх повесили на нас. Да что ж ты будешь делать-то? Давай снимать и бомбить. Ну, еще на 22. Слушайте, совсем немножко осталось у него здоровья. Так, разломить зерно. Да иди ты, размолоть зерно свое. Тихо, 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 не надо. Так, кто у нас тут? Надо хилять. Фух. Так, замечательно. Я даже не знаю, надо, наверное, ребят, еще хильнуть, потому что на нем висит яд. Если мы сейчас на него переключимся, нужно обязательно, ребята, восполнить здоровье ему и снять яд. Так, черт бы его побрал, ты посмотри, а. Жатва, о, не-не-не-не. Фу, повезло. Так, мои вены горят огнем, я понял, давай, снимай с себя яд. И сечка, естественно, ребята. 9,8, замечательно. Ну, судя по тому, как мы сейчас идем, ребята, есть небольшой шанс все-таки его наказать. Давайте хильнемся на 4. Так, опять жатва. Оу, крит урон на 12. Так, и эгоцентризм тоже зарабатывает. Это хреново, ребят. Есть. Так, ну что, опять жат... Да ты даст... Опачки. Да ладно, у меня и дикарка и... Слушайте, нужно обязательно массовый хил, ребята, иначе нам финиш будет сейчас. Так, ну-ка, насколько бомбанем? На 14, отлично. Так, давайте массовый хил делать, потому что мы можем погибнуть с секунды на секунду. А так хоть будет какой-то шанс у нас еще противостоять. Ну, что он там будет делать сейчас? Ничего. Так, ну что, я думаю, пора его наказывать, ребята. Добьем, нет? Нет. Нет, только не это. Кто сейчас будет бить? Так, ну что, хилка, давай ты не промахнись. Есть! Отлично! Как иронично, что он нашел покой в земле, которую так тщетно терзал. Задание выполнено. Ну что ж, ребятушки, вот мы и прошли с вами мельника. Так, победа. Отвоевать крестьянский двор. Слушайте, довольно неплохие награды. 30 кристаллов. Денег заработали с вами. Гербы. Я доволен. 31 убийство мы сделали. Так, все получают 6 уровень. И смотрим. Так, авантюрист руин. 20% в руинах минус от стресса. Так, понятно, ребята, короче, здесь... Все у нас хорошо. Голодный до осколков новичок. Несколько избранных героев прибыли, чтобы ответить на зов кометы. Они жаждут богатств всего неземного сосуда и готовы участвовать лишь в задании бесконечной жатвы в крестьянском дворе. Вот это, ребята, прикольно. Надо будет посмотреть, что это за такие ребятушки. Голодные до осколков новички. То есть они будут драться... Так, секунду. Добыча вопилы. Ошеломленные видом ценностей, найденных под вонючими перьями воришки, очевидцы задумались, не пора ли посетить его логово. Сюжетное задание. Добыча вопилы. Вот это уже интересно. Так, это мы закрываем. Дилижанс. Давайте-ка глянем. Чё-то я тут ничего... Ага, секунду. Оу! Нифига себе. Так, арбалетчица. Тут... Дикарка. Короче. Подожди-ка, у нас хватает места? Как раз для четверых, ребята. Нет, не хватит. А, так они, ребята, даже не занимают у меня слоты. Замечательно вообще, я вам скажу. Хм. То есть вот эти вот ребятушки у меня будут ходить чисто за осколками. Это круто, ребята. Так, здесь нам не хватает, да, не хватает много чего. Но это все, ребята, у нас будет вскоре. Мы это обязательно добудем и, конечно же, будем все это раскачивать и развивать. Так, а вот здесь можно, кстати, игры. А нужно ли нам? Я думаю, что нет. Я приберегу, пожалуй. Так, отравляющий ранец. Это у нас для могильной воровки.
Тревожный камень. Обоюдоострый кулон. Ого. Ну что же, я думаю, что на этой ноте, пожалуй, мы и будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых видосиков.